заботливую жену, дорогую маму, любимую бабушку, писецкую Янину Брониславовну, с 70-летием поздравляют муж, дочь Людмила с мужем, внуки Михаил и Ирина с семьями, правнук Ванечка. С днем рождения, милая мама! Поздравляем всем сердцем любя! Время мчится незримо, упрямо, но оно не меняет тебя. Будь всегда весела и красива, чтоб ручей сил душевных не сох. Мы хотим тебя видеть счастливой. Будь здорова, храни тебя Бог. Годы летят за годами, но не проходит ни дня, чтоб я не вспомнил о маме, о маме, взрастившей меня. Мама моя, чтоб ты знала, я пред тобою в долгу, ту, что меня пеленала, я словно жизнь берегу. Я целую тебя, обнимаю, как всегда беззаветно любя. С днем рождения, милая мама, поздравляю сегодня тебя. С днем рождения, милая мама, поздравляю сегодня тебя. В радостях, в счастье и в горе твой драгоценный совет. В этом бушующем море нужен как воздух, как свет. Мне не представить такое, как же ты, мама, смогла жизни такой беспокойной сделать большие дела. Я целую тебя, обнимаю, как всегда беззаветно любя. С днем рождения, милая мама, поздравляю сегодня тебя. С днем рождения, милая мама, поздравляю сегодня тебя. Всегда беззаветно любя. С днем рождения, милая мама, поздравляю сегодня тебя. С днем рождения, милая мама, поздравляю сегодня тебя.